теряющий зрение Корчевников, работает лежа. Телеведущий удивил поклонников фотографией с работы. Оказывается, он предпочитает проводить совещание лежа на кушетке. На Спасе летучка, подписал снимок в Инстаграм Борис. Судя по кадру, в редакционной планерке принимали участие лишь 3 человека. Двое разместились на ступеньках студии, а ведущий занял место на кушетке. Поклонники Корчевникова принялись гадать, почему журналист работает лежа. Некоторые предположили, что он приболел. «Борис, береги себя для нас». Другие сочли, что трудиться лежа очень уютно и креативно. Самые внимательные заметили, что у Корчевникова садится зрение. «Первый раз вижу вас в очках. И у вас зрение испортилось». Как сообщалось ранее, в 2015 году Корчевников перенес операцию по удалению доброкачественной опухоли головного мозга, которая затронула слуховой нерв. Сейчас жизни актера ничего не угрожает. Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки и дизлайки. Пишите ваши комментарии. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч!